25-26 ноября в университете имени Алихана Букихана проводится международная научно-практическая конференция на тему «Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан. Национальные приоритеты и международные стандарты». В мероприятии примут участие около 60 участников из Казахстана, из стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых представители научного сообщества, преподаватели, практикующие юристы, международные эксперты. Первая часть нашего мероприятия будет посвящена заключению меморандумов о сотрудничестве с государственными правоохранительными органами новой области, области Абай. Цель второй части нашего мероприятия является показать общественности, что Алихан Букихан университет является площадкой для обмена различными научными мнениями, научными исследованиями. Конференция выдержана в формате дискуссионной площадки по обмену мнениями о перспективах развития законодательства, направленного на обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан с учетом отечественного и зарубежного опыта. На этой международной конференции пройдет обсуждение научно-правовых достижений на научной площадке. Сюда приехали влиятельные ученые Казахстана и Российской Федерации. Во второй части конференции они будут обсуждать эти вопросы. Все это делается в целях дальнейшего совершенствования и устойчивого развития Республики Казахстан. Как сказал наш президент, главное — это судебная система, а затем уже другие направления правовых актов. Одним из участников конференции стал гость из Российской Федерации, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета имени Владимира Яковлева Остапович Игорь Юрьевич. Игорь Остапович на протяжении длительного времени сотрудничает с университетом имени Алихана Букихана. Мы долгое время сотрудничаем. В этом году, в июне месяце, был подписан меморандум о создании консорциума Европейско-Азиатский юридический университет. В том числе университет имени Алихана Букихана является партнером данного консорциума, в рамках которого мы будем готовить студентов, магистрантов, бакалавров по двойным дипломам. Год по магистратуре обучаются студенты здесь, а второй год будут обучаться у нас. Данный тренд достаточно востребованный, актуальный и приобретает очень серьезную тенденцию на мировом масштабе. Международная научно-практическая конференция в университете имени Алихана Букихана прошла на высоком уровне. Приглашенные гости и участники конференции обсудили важные вопросы на тему совместной работы и плодотворного сотрудничества. Также участникам конференции, защитившим докторские диссертации, были вручены докторские дипломы. Ярослав Дюсенбеков, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».